Тони Бейтс, сотрудник службы информационной безопасности. 25 сентября 2145 года. Последние 4 часа я пытался разобраться в исходниках программы для дверей вычислительного центра, но ошибку так и не нашел. Я проверил каждую систему, о которой только мог подумать, но проблемы с доступом в лабораторию А никуда не исчезли. Все обычные коды доступа работают нормально, но добавлять права для новых пользователей в базу данных нельзя. Пока что я добавил в систему цифровой пароль. Так что если компьютерщикам или ученым потребуется пройти в лабораторию А, когда система опять заглючит, набирайте 627. Конец записи. Тони Бейтс, сотрудник службы информационной безопасности. 15 октября 2145 года. Доклад о ходе расследования дела А-10982 о незаконном проникновении в систему, имевшем место вчера. Все следы ведут к старой системе, расположенной на второй площадке, в кабинете S-2032. Более чем странно, техник утверждает, что этот сектор был обесточен несколько лет назад, и в него снова впадали питание только сегодня утром, чтобы переоборудовать под склад. Я в полном недоумении. Как вообще можно что-то взломать с обесточенного пульта, которым много лет никто не пользовался? Поэтому я собираюсь лично проверить подозрительный кабинет на второй площадке. О результатах расследования будет сообщено дополнительно. Конец записи.
аудиозапись техника лаборатории «Дельта» Чарли Хаскела 23 сентября 2145 года. Мы добились большого успеха в увеличении дальности третьей камеры «Дельта». Мы всю ночь вели расчеты и полагаем, что после внесения незначительных изменений камера сможет охватить весь комплекс «Дельта». После недавних изменений расписания получить машинное время стало практически невозможно. Компьютеры загружены полностью на протяжении нескольких дней подряд. Как мы понимаем, лаборатория «А» наконец получила системы NREX 6809. В связи с этим официально прошу выделить нам 2 часа машинного времени для проверки наших последних формул. Чем скорее, тем лучше. Конец записи.